Похожие друг на друга, как два брата-близнеца. Буквально несколько дней назад они вышли из сборочного цеха. Это суда, которые на флоте называют лоцмейстерскими, помощники больших кораблей на большой воде. Основной задачей этого судна является безопасная доставка и расстановка плавучих предостерегающих знаков. Мы сегодня видим реальные результаты реализации национальных проектов. Зеленодольский завод впервые собрал суда такого типа и выполнил все работы меньше, чем за 2 года. Есть заказ на другие суда ледового класса, которые будут обеспечивать несколько другие задачи по Северному морскому пути. Но несмотря на то, что их собирали в тепле, разработаны суда для того, чтобы ходить в окружении льда и при экстремально низких температурах. Ведь их задача, в том числе благодаря их довольно миниатюрным для такого рода судов размеров, прибывать первыми туда, куда другие корабли еще не пришли. Суда назвали в честь академиков транспорта Александра Парфенова и Всеволода Пересыпкина и построили их по федеральному проекту «Северный морской путь». Трудовой коллектив завода имени Горького еще раз доказал, что он может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. По давней корабельной традиции, о борта разбивают бутылки шампанского. Это значит, что суда готовы выйти в плавание. Одна из первых остановок – Енисей. Рамиль Шайдуллин, Мазиединов, ТНВ, Зеленодольск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.